старом мамином доме осталась жить Антонина Герцева. Она собрала в единый архив медали, грамоты, поздравления Веры Константиновны президентом России с Днем Победы. Бережно хранит переписанную рукой матери молитву «Отче наш» и 10 заповедей, которым она следовала, так же, как и клятве Гиппократа. Вера Константиновна Герцева родилась в 1914 году и в революцию осталась круглой сиротой. Советская власть дала ей два образования – фармацевта и врача. Мединститут Вера Константиновна закончила перед самой Великой Отечественной войной и всю войну прослужила в медсанбате. А затем больше 40 лет в Анапской поликлинике терапевтом. На работу ее принимал сам Владимир Аванесов и высоко ценил ее богатый врачебный опыт. Последние 19 лет Вера Константиновна была прикована к постели, и с ней рядом была единственная дочь Антонина. Я всегда боялась, что я одна здесь, и думала, что же мне делать. И вышло все самым замечательным образом. Помогли друзья из Тенториума, соседи. Пригласили батюшку Петра из собора Божьей Матери Державная. Отпевал. Приходили советы ветеранов. Тоже про маму золотые слова сказали на кладбище. И здесь тоже. В общем, все прошло, я думаю, самым наилучшим образом. Я всем благодарна за помощь. Помнить Веру Константиновну Герцеву будут тысячи людей, кому она облегчила боль и помогала жить.